За заместителей отвечают начальники. В Караганде подал заявление об уходе председатель Октябрьского районного суда из-за того, что его подчиненный брал взятку. В отношении вымогателя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня на брифинге. Председатель Октябрьского районного суда Кайрат Шагатаев сказал, что чувствует моральную ответственность за факт вымогательства взятки одного из судей. Сейчас заявление председателя рассматривается в Верховном суде, доложил председатель областного суда Ермек Серикбаев. Он утверждает, что претензий к работе председателя районного суда нет. А вот что касается судьи Данияра Нагмеджанова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, его полномочия приостановлены. Таково было решение судебного жюри.